Добрый день, любители денима. Сегодня мой ролик будет об интересном британском магазине, торгующем джинсовой одеждой и не только. Как-то на днях мне задали вопрос, знаю ли я какие-нибудь хорошие магазины, не обязательно в США, не обязательно в Японии, а где-нибудь в Европе, откуда быстро приезжает товар, где большой выбор товара различного, там джинсы, кроссовки и всему подобное. И вот я вспомнил, что мне встречался в свое время такой интересный британский магазин jeansstore.co.uk. Итак, давайте перейдем на сайт данного магазина. Вот такой магазин, вот так он вас встречает. Это один из старейших британских магазинов. Он был открыт в 1967 году. И изначально они джинсы возили напрямую из США. Те же Левайсы и Ренглеры. Но затем в 1998 году был открыт интернет-магазин. И как мы все знаем, в начале 2000-х многие компании перевели свои производства из США в другие страны, в страны Азии и страны Южной Америки. Итак, сейчас Levi's производится у нас в Азии и в Европе, для рынка Европы. И также есть подразделение, которое производит джинсы Wrangler для рынка Европы. И классической номерной классики от Wrangler серии Western вы здесь, конечно же, не купите. Здесь в магазине продаются именно джинсы Wrangler, произведенные для рынка Европы. Выбор здесь очень большой. Вы даже вот посмотрите, какие бренды здесь можно купить. Это есть и японские бренды, и европейские, и американские, те же Levi's и Wrangler. Большой выбор. Также большой выбор кроссовок других брендов. И, в принципе, здесь много чего можно купить. Можно полностью одеться. Также куртки, одежда для женщин, для мужчин. И цены. Цены достаточно демократичные, я бы сказал. Тем более, что вот если, например, мне здесь понравились джинсы. Сейчас вот с вами посмотрим. Мне понравились здесь джинсы Edwin. Цена вот вроде бы указана одна. Вот есть 129 фунтов, там 99, 139. Разные цены есть. Есть джинсы, конечно, дешевле. Японские джинсы всегда дороже, чем европейские или американские. Вы это много знаете. Вот, например, мне понравились вот эти вот джинсы. Я их посмотрел, сначала думал, вот, ну, как бы, не слишком, конечно, дешево, но покупая японские джинсы в Японии, там цена будет тоже не такая низкая, как многие думают. Тем более, доставка в Россию будет, в принципе, около 2000 стоит. 2-2,5, может, даже чуть поменьше. Все зависит от того, каким способом будет доставка. Но все равно дешевой доставки у вас там не получится, если на, в принципе, на определенную сумму добрать. И вот все вот эти японские бренды, конечно же, они стоят дороже. Но, как вы видите, здесь вам предоставляется скидка идет. И в итоге, например, вот сейчас мы выберем с вами размер, и я вам покажу. Если вот я выбираю свой размер, ростовку здесь можно выбрать. Вот, ложите в корзину, и сейчас вы увидите вот в корзине такая вот цена. Но цена будет еще совсем другая, когда вы зайдете для расчета. Мои данные здесь уже были введены, куда будет доставляться мой заказ. И вот, ваша цена за ваши джинсы, вот такие вот японские, будет уже не 99 фунтов, а 82 фунта. И доставка в Россию здесь не такая дорогая, если как взять доставку с Японии или из тех же США. Доставка получается 14,99 фунтов. Вот так около 1500 рублей. И всего у вас выйдет около 9700-9800 в рублях. С доставкой вот эта стоимость этих джинсов. Поэтому смотрите сами. В принципе, считаю, магазин этот очень хороший и очень интересен. Как раз своей доставкой. Доставка из Англии в России очень быстрая получается. Доходит за неделю, за две. Потому что, в принципе, британская королевская почта работает очень-очень хорошо по сравнению с другими почтами мира. Это я уже просто проверил и знаю очень хорошо об этом. Также здесь очень хорошо то, что принимается к оплате как визы, как карты Visa, MasterCard, также вот PayPal, GPay,
Apple Pay. Вот все это принимается к оплате, и можете оплачивать и нормально. Вот вообще оплата происходит быстро, быстро отсылается, и об этом они сообщают даже в письме. Если вот вы отложили что-то, на следующий день вам придет письмо, как вот мне пришло письмо от них, в котором они вот сообщают, что вот я отложил товар, и в принципе, если меня что-то интересует, они ответят на любые вопросы. Также могут сделать замеры нужного вам размера, и все вам сообщат, и также вообще задавать можно любые вопросы, они на них отвечают. Очень, знаете, позитивный магазин такой, и очень клиент-ориентированный, поэтому всем советую. Очень интересен он, и, в принципе, большой есть выбор. Также вот, например, обувь различных производителей, есть как мужская, так и женская, можно выбрать по различным брендам. Есть вот Adidas, Converse, Martins, Grinson, также обувь Levi's фирменная, Nike. Достаточно интересный такой магазинчик, в котором можно что-то для себя интересное подобрать. Конечно же, есть и дорогое, есть и подешевле, но смотря что вы ищете. Если вы ищете товар за границей, значит, вас не устраивает качество, которое продается у нас в магазинах. Потому что качество товара, которое производится для рынка Европы и для рынка США, для рынка западных стран, оно очень сильно отличается от того товара, который продается у нас. Это вы уже, наверное, заметили. И также, конечно же, то, что хорошо, то, что эти все товары также продаются и у нас. Но они, конечно же, дороже. Потому что перекупы делают свою накрутку за доставку, и в итоге получается почти в два раза дороже. А тут вы можете купить сами, если свой размер, конечно же, знаете. И, в принципе, что хорошо, если не знаете свой размер, то вам помогут менеджеры магазина, посоветуют, что купить. В принципе, это очень интересно. Также здесь можно и купить любые принадлежности для одежды, те же ремни, там, шапки, все, что хотите. Ну, конечно же, как вы видите, здесь будет, конечно, не такого, не кастомное, не то, что там сделано ремни вот по вашему размеру или на заказ. Это, конечно же, такой масс-маркет, но такой своеобразный масс-маркет, который качеством все равно выше, чем продается у нас или произведенное в Китае. Вот можете сами все видеть, вот это вот. Выбор товаров очень большой, говорю сразу. И этот магазин один из самых интересных и самых востребованных здесь у нас в России, потому что российские граждане уже узнали этот магазин, уже успели оценить, и есть даже отзывы на этом сайте российских граждан, которые покупали в этом магазине. Вот такой интересный магазин. В принципе, надеюсь, он вам будет интересен. Большой выбор брендов, брендовой одежды, различных товаров. И, в принципе, я считаю, что магазинчик очень интересен. Интересен, конечно же, тем, что здесь большой выбор брендов различных. И, например, некоторые бренды вы у нас в России не встретите. Это, например, вот одна из веток Levi's. Это Levi's Made and Crafted. То есть, это у нас такой подбренд, дочернее предприятие, которое выпускает именно крафтовые вещи, джинсы из селвидж денима и из дорогих материалов, которые, в принципе, будут многим интересны, потому что качество отличается от того, что сейчас производит Levi's для рынка Европы. Ну, это, конечно же, цена. Цена будет все дорого, но такое вот, такие брендовые вещи все-таки. Можете посмотреть, выбор очень богатый, и, в принципе, многие товары здесь у нас, как вы видите, со скидкой, и, в принципе, даже в магазине вот есть такая страничка, которая называется Sale, распродажи, и, в принципе, вот, например, по распродажам многие джинсы можно вот посмотреть разных производителей, можно выбрать, например, мужские, там, бренд какой вас интересует. Ну, надеюсь, вам вот это будет интересно, потому что многие модели джинсов у нас просто в России не продаются, и их надо заказывать из-за границы. И тем более, они некоторые модели джинсов, они даже вот не во всех магазинах бывают, потому что производятся очень малыми партиями, и
Очень востребованы, и многие модели просто джинсов раскупаются. Здесь, конечно же, есть джинсы и обычные, и, конечно же, и селвидж денима, но можете посмотреть, магазинчик достаточно интересен. Всем советую. Это уже как решите. Кто-то будет покупать, кто-то нет. Кому-то, ну, просто посмотрите. Ради интереса. Вот такой интересный, на мой взгляд, магазин из Великобритании. Один из самых старейших. Был основан в 1967 году. И интернет-магазин они открыли в 1998 году. Ну, в принципе, на этом свой ролик я заканчиваю. Все, кому понравилось видео, ставим лайки и подписываемся на мой канал. Ну, все. Всем пока. Счастливо.